Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, с вами как всегда Игорь, и мы продолжаем играть в детектива. На очереди третья серия четвертого сезона True Detective, она была не богата на улики, но очень богата на события. Давайте приступать. Как и прошлая серия, это тоже начинается с крика, но если прошлая была бесшумной, там был бесшумный крик, то в этой серии мы слышим женский крик и понимаем, что мы перенеслись на 7 лет назад. Первое знакомство полицейской Навары с нашей жертвой, Энн Коутри, по-моему. Я буду ее просто называть Энн, тут больше Энн вроде кроме нее нет. И мы понимаем, что она работала повитухой, то есть она... мы видим здесь роды, которые происходят в очень домашних условиях. И мы понимаем из этой сцены парочку вещей. Во-первых, очень некомфортно быть полицейской Наварой, потому что та буквально прямо сейчас на своих глазах наблюдала, как Энн спасла только что не дышащего новорожденного младенца. И арестовывать после такого человека, ну, как минимум, некомфортно. Второе, это то, что в этом городе есть серьезная проблема с младенцами. Многие из них рождаются мертвыми. Скорее всего, это происходит из-за той самой шахты, из-за нарушения экологии и так далее. Ну, вот как раз мы видим, что полицейский не очень приятно арестовывать человека, который только что на ее глазах совершил чудо. Двигаемся дальше, и мы видим, что на поиски Кларка приехали гражданские, причем с оружием. Какой гений догадался их позвать? Естественно, это самый настоящий ушлепок, который главная загадка для меня, если честно, этого сериала, это каким образом он по-прежнему находится в полиции. Вот это вот существо каким-то образом по-прежнему полицейский, официально, которого не уволили, которого не просто не уволили, а с разбегу поджопник дали ему, чтобы он уже вылетел побыстрее из полицейского отдела. Напоминаю, Кларк этот, или как его там, как бы его ни звали, пока что всего лишь подозреваемый. Да, естественно, очень подозреваемый в данной ситуации, но он не полностью на 100% доказанный преступник и убийца, и то, что он действительно убил Энн. А тот факт, что этот придурок позвал сюда гражданских, да еще с оружием, говорит, скорее всего, о том, что у него есть свои умыслы, какое-то желание, чтобы этого подозреваемого побыстрее прикончили. И каким образом этот Хэнк продолжает, я не знаю, быть полицейским уже на протяжении 3 серий, для меня главная загадка этого сериала. Не убийство, а то вот почему он все еще наносит жетон полицейского, вот это вот. Вот это вот. Ну, в общем, он раздает указания, кто как будет искать, какая группа с кем, и, в общем... Когда Навара говорит ему о том, что его, в принципе, нужно взять живым, он такой, а нужно ли нам брать его живым? Да, придурок, это подозреваемый. Его нужно допросить, его вину нужно доказать. Что происходит? Что происходит в этом городе? Я не понимаю. Ну, в общем, у нас Навара находит апельсин, к сожалению, заводной, стыгадыш. Но этот апельсин еще вернется, поэтому будьте терпеливы, любители апельсинов. Двигаемся дальше, у нас здесь как мини-экспозиция такая, значит, Денверс и Питти обсуждают некоторые моменты, которые будут важными на протяжении серии. Во-первых, Хэнк дебил, согласен, обеими руками за. Во-вторых, Лунд, это главный ученый, который остался живых в ледышке, теперь без ног, ему, к сожалению, пришлось их ампутировать. И эксперт, который должен проверить выживших, а трупы, и который должен предоставить свою экспертизу, сможет прибыть только ночью, потому что, опять же, они живут в жопе мира, и попробуй до них доберись. Ну и далее очень важное правило, которое стоит помнить каждому, успех наказуем. В прошлом эпизоде Пит умудрился разблокировать телефон Малины. Теперь же ему Денверс наказывает разблокировать телефон Энн. На что тот отвечает, ну, как бы я не хакер, та ему говорит, да ты не хакер, естественно, ты мой раб, делай то, что я тебе говорю. И вообще, во время всей этой интеракции было видно, что Пит немножечко настороженно и как-то закрыто относится к своей любимой и обожаемой Денверс, которую он просто чуть ли не боготворит. И, наконец-то, он собирается с смелостью, силами и спрашивает ее по поводу дела Уиллера. Что это за дело такое? Почему она теперь не очень любит Навара? И, в общем, нам Денверс рассказывает интересную историю о том, что был некий Уиллер, который сильно избивал всех, кто к нему не попадался, в том числе и свою жену, девушку, точно не помню уже из эпизода. И, в общем, в один прекрасный, в кавычках, момент Денверс и Навара вызвали, потому что были крики, бойни и так далее. Ну, арестовать этого чувачерла не получалось, потому что...
никто не подавал на него действительно заявление в полицию, потому что жертвы боялись. Боялись, опять же, еще и потому, что, ну, судебные службы, они далеко не всегда помогают в этих случаях, и в конечном итоге просто пожурят немножечко того, кто применил силу, и в конечном итоге арбузер вернется и сделает еще гораздо хуже жертве. Но в этот момент мы видим уже, что, кстати, вот эти вот часы, мне кажется, я их еще у кого-то видел на протяжении первых двух серий, может быть, просто кажется. Вот именно, опять же, может быть, это просто еще одни часы, а не какая-либо там улика или что-то в этом роде. Но, блин, я просмотрел еще раз мельком первые две серии и что-то не нашел. Далее мы видим, где они нашли эту рожу, я не знаю. Но, блин, если его можно арестовать чисто за то, как он выглядит. Вот, да, то есть это... Как бы сразу понятно, что это чудо кого-нибудь да и убьет, ну, по-другому нельзя. Я понимаю, конечно, что это актер, которого загримировали, которому сделали специальный причесон, дали специальную рубашку, посадили в специальную позу, но сделали они это прекрасно. Как бы, ну, посмотрите на этого человека, это явно серийный убийца какой-то. Но мы видим, что на полу, к сожалению, лежит труп, и... Этот Чуверла живой, но Денверс, рассказывая историю Питу, говорит о том, что когда они прибыли, Уиллер уже застрелился. Что говорит о том, что либо она, либо Навара пристрелили этого чувака. И мне кажется, что все-таки она, что именно Денверс пристрелила его. Да, у нас как бы все говорит о том, что это сделано Навара, мы знаем о ее истории с матерью и так далее, о том, что у нее целый пунктик по поводу насилия против женщин, нам это все показывали, да? Я думаю, что это Денверс, и как раз Навара в данной ситуации, видимо, на этой фоне поссорилась с ней, но они вместе придумали историю о том, что он застрелился, и теперь эта тайна их как бы и связывает, и отталкивает друг от друга. Ну и если у меня до этого момента были какие-то сомнения по поводу того, что наш шериф подбивает клинья к занятому вообще-то Питу, то, ну, в этой сцене, то, как она к нему полезла рукой проверять его шрам, его фингал, который ему батя поставил, и говорила ему о том, что, ой, чемпион хоккейной лиги, да еще и подскользнулся на льду. Я не знаю, может быть, это какие-то типа чувства суррогатной матери, но действительно кажется уже, что нет, что в принципе в этом городе согревается каждый как может. Но тем временем Навара тут ходит, тут бродит по этим полям, лесам, полям-то полям, блин, где ничего не видно и где один снег, как они там ходят, до сих пор понять не могу. И вдруг, после того, как она выкидывает апельсин, он такой возвращается, апельсин вернулся, с возвращением, дорогой. Опять же, глюки. Я уверен, что это глюки. Хватит мне говорить, что это мистика, что здесь работают какие-то сверхъестественные силы. Но если это так, я очень разочаруюсь в True Detective. Я уже один раз разочаровался немножко в «Черном зеркале», в который почему-то, в сериал, который обычно занимался псевдонаучной фантастикой, вдруг начал показывать нам вервульфов и так далее, я еще более разочаруюсь в True Detective, если нам сюда добавят какую-то мистику, какую-то магию или еще что-то в этом роде. Но апельсин вернулся, и пошли там всякие, опять же, голоса, она проснулась, мы проснулись, просыпайся, пора в школу, двигаемся дальше, нам показывают сцену, детективную сцену, которая должна быть в любом детективном фильме либо сериале. Они мне чем-то напоминают, помните, вот боевики 90-х, когда Ван Дамма побили, а потом он такой начинает тренироваться с этим дедушкой с бородой, и вот под крутую музыку на протяжении полторы минуты он отжимается, и вот он действительно сможет ногой сломать то самое дерево, которое он не мог сломать в самом начале фильма, и после чего он, естественно, может замочить главного антагониста. Здесь тоже типа показывают под музон, как они стоят, думают. Отлично, кстати, простите, что отвлекаюсь, отлично этот момент обыграли в «Теории Большого Взрыва», когда Кутропали и Шелдон пытались думать вместе и решить какую-то теорему или что-то в этом роде. Просто шикарная сцена. Ну, в общем, наши детективы приседают периодически, изучая улики, и в какой-то момент они понимают, что... Ну да, эти все-таки ребятки любили друг друга. Мне кажется, моя теория о том, что он тогда на той фотографии держал уже мертвую Энн, не совсем работает, хотя не на 100%, это все еще не отрицает друг друга, то есть они действительно могли любить друг друга, быть нормальными, а потом крыша поехала и кто-то кого-то прибил. Кто-то в данной ситуации, это этот вот Кларк, по-моему, да, Кларк убил Энни. Двигаемся дальше, и также они понимают из фотографий, что несмотря на то, что те скрывали свои отношения, кто-то о них знал, потому что это нужно было сфотографировать. Это явно фотка, сделанная не на штативе.
Хотя, может быть, они хорошо умеют позировать, типа, о, да, давай, застряли, давай, сколько секунд осталось, снимай меня, снимай, фотографируй, ой, блин, ой, ноги, блин. Как вы понимаете, это я по собственному опыту. Двигаемся дальше, значит, они видят, что на фотке есть краска, и в этом городе, благо, судя по всему, всего лишь один парикмахер, поэтому они отправляются именно к ней. И оказывается, что она действительно знала о их отношениях, отношениях между Кларком и Энн. Она рассказывает не только о том, как она там туда приехала, она их там стригла, этих ученых, и к ней один раз присоединилась Энн, и они вместе с Кларком нашли общий язык и начали встречаться. И, в общем, они рассказывают, не они, она рассказывает, там, маленький ребенок, Денверс помогает маленькому ребенку, потому что, опять же, она потеряла своего ребенка, и несмотря на то, что все ее воспринимают как главную ведьму этого города, у нее все равно есть какие-то эмоции и чувства, и далее мы узнаем, что есть некий Оливер Тагак. Я почему-то вначале помнил его как Стэнли Ипкис, пришлось пересмотреть этот эпизод второй раз, и Оливер Тагак все-таки. Оливер Тагак работал вместе с учеными 6 лет назад, он был там каким-то инженером-техником или что-то в этом роде, но он уже давно не там. И вот эта вот парикмахерша, она с ним встречалась, и они как бы знали друг друга, и они как бы дружили парами. Она с Оливером Тагаком и Энн с Кларком. И кроме того, интересный момент еще в том, что эта парикмахерша, которую они начали ругать и журить, и прямо отчитывать за то, что не рассказала нужную для расследования информацию, для следствия информацию, да еще и вследствие о убийстве, говорит о том, что вообще-то я 6 лет назад позвонила или пришла в полицейский участок, точно не помню, по-моему, пришла в полицейский участок и рассказала о том, что были между ними отношениями, но полицейские сказали, пошла отсюда нафиг. И угадайте, кто же был этим профессиональным полицейским, благодаря которому закрыто столько дел в этом городке? Естественно, Хэнк. Хэнк должен сидеть в тюрьме. Хэштег. Навара, естественно, психует, они отправляются на поиски Хэнка, косплеят первый сезон настоящего детектива, вот эти вот все разговоры, которые были между персонажем Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона, и они там обсуждают там бога и так далее, и всякие там различные темы. Опять же, Навара говорит о том, что это все шахта убила Энни, на что Денверс задает ей достаточно логичные вопросы, типа, окей, шахта, а при чем здесь ученые? Причем здесь, я не знаю, еще многие там ходячие Трэвисы или в этом роде, это уже я от себя задаю вопрос. То есть слишком много здесь нюансов, которые не, напрямую не связаны с шахтой. И в общем, Навара говорит, что это все вуду-вуду, я-я, вот эти все вот ее верования и так далее. Ну, на что, естественно, Денверс говорит, что это все бред. Тем временем как раз суперполицейский, полицейский из Беверли-Хиллз, лучший полицейский года, приходит к своему сыну, чтобы подарить ему коньки. Типа, катайся, будут тебе коньки, ты раньше был хоккеистом, я тобой гордился. А сейчас ты какая-то вот шестерка Денверс и вообще непонятно чё. Ну, не очень видно, что хорошие отношения между ними. И Пит явно не испытывает яркие, теплые чувства к своему отцу. Интересно, почему? Ну, наш приходит, говорит ему, что ты за мудак такой? Тот говорит, что, ну блин, я что, должен был вообще, типа, реагировать на какие-то улики, на какие-то данные? Между прочим, это Энн, она спала со всеми в этом городе. Хэнк, блин, ты видел этот сериал? Здесь все спят со всеми в этом городе. Только ты общаешься с каким-то, я не знаю, парнишей или дедулей, откуда-то, я не знаю, с каких-то глубинок СНГ, который притворяется Алиной, которой нужны деньги для ее мамы. И ты единственный в этом городе, который живет по этому принципу. Все остальные, как хомяки, постоянно налезают на друг на друга. Поэтому в любом случае нужно, как полицейскому, как вроде бы человеку, который должен соответствовать своей форме, своему значку, нужно как минимум проверять каждую улику. И как он не получил лобешник здесь, я вообще не понимаю. Не просто не получил лобешник, как его вообще не отстранили, не послали нахер, что у него есть, что он наверняка что-то знает. Может, у него есть какой-то компромат на шерифа. Ну и, естественно, он говорит ей, что да ты, может быть, я подам на тебя жалобу на шерифа за то, что ты играешь в Миссис Робинсон с моим сыном. Миссис Робинсон, если не помните, это старый фильм такой с этим, с Дастином Хоффманом, по-моему, где вот он молодой парень, а его пытается соблазнить женщина уже в возрасте, скажем так. И тут хорошо, что Пит не знает этот референс, не совсем понял, но Денверс поняла и вылила кофе прямо в лицо Хэнку. Это минимум, что он заслуживает. Но проблема на этом не заканчивается, потому что судмедэксперт, который должен приехать, не приедет. И у Пита есть гениальная идея.
почему бы не позвать его кореша-ветеринара? Потому что, ну, врач есть врач, какая разница? И Денверс на удивление соглашается, потому что ей нужен любой способ удержать вот эти трупы у себя, получить хоть какую-то о них информацию. Двигаемся дальше, тем временем Навара приходит в дом Санта-Клауса, где рыбачит у нас Нил Дракман. Она его просит найти Оливера Тагака, потому что Нил Дракман самый прохаванный чувак в этих окрестностях, в этих селениях. И он говорит, да без проблем, найду, но ты должна мне что-нибудь рассказать о себе. Там вначале психует, потом возвращается и рассказывает ему о своей матери. Он спрашивает, расскажи про маму. Мама была сумасшедшая, а мы уехали там в Нью-Йорк, там у нее был муж или что-то в этом роде, который тоже был арбузером, избивал ее, и, естественно, они в какой-то момент сбежали и вернулись в эти края. Но мама полностью двинулась к кукухе, и она в конечном итоге куда-то ушла, ее нашли вроде бы как бы убитой, но не нашли убийцу до сих пор. Это, естественно, очень мучает Навара, естественно, дело с Энн. Это таким образом для нее способ закрыть этот гештальт, вот с нераскрытым убийством матери, поэтому она зацепилась за него так. Ну, естественно, там у нее есть свои какие-то отношения с Энн, и они там дружили и так далее, но, опять же, с психологической точки зрения это, безусловно, повлияло на то, что убийство матери не раскрыто. И, естественно, Навара в каждом вот таком убийстве женщины пытается раскрыть убийство матери. О, поиграл немножко во Фрейда. Двигаемся дальше, значит, она рассказала о себе, тут ей говорит, я постоянно стараюсь найти Оливера Тагака. И далее мы видим приемную дочь Денверс, которая приходит на сходку. Вы поняли неправильно, если вы смотрите на их руки. Это просто люди, которые активисты за нашу экологию и так далее. Долой шахту, она здесь не должна быть. Рождаются мертвыми младенцы, воду пить невозможно, даже пить на нее смотреть невозможно, она ужасная. И, в общем, как раз в этот момент нам показывают, как Денверс смотрит на фотографию Энн, у которой точно так же было разукрашено лицо, типа вот нефтью, углем или что-то в этом роде. И что интересно, как бы три полосы, они как бы перечеркивают те три полосы, которые рисуют на себе представители вот местных эскимосов, да, вот у них вот у женщин есть три полоски на подбородке. Я почитал немного об этом, какие знаки, потому что я вижу, что у некоторых три полоски, у некоторых две полоски, и прям разницы в полосках я не нашел значений. Обычно эти полоски ставятся, когда у девочки происходит первый цикл, то есть ты становишься женщиной, тебе рисуют эти вот полосы, ставят татуировку на подбородке. Там у них еще есть там треугольники какие-то на лбу, которые говорят о том, что ты там становишься взрослой тоже или что-то вроде, там не часто становятся взрослыми в этом. Но, в общем, они как бы перечеркнуты. Это такой символизм, что она в конечном итоге уничтожает местное население и местную культуру, и да, очень хороший символизм, мне понравился. Двигаемся дальше, значит, как раз приходит ее приемная дочь, она видит, что та все-таки не смыла те три полоски, которые на Исаваре в прошлой серии, заставляет ее смыть, просто заставляет чуть ли не сквозь слезы. Почему она это делает? Ну, опять же, видно, что вроде бы она такая деспот, она такая ужасный родитель, и, в принципе, она в этой ситуации очень неправильно себя ведет. Она видит жертву с тремя вот этими полосками на подбородке, она видит жертву, которая точно так же занималась активизмом, и она, естественно, не очень хочет, чтобы это произошло с ее дочерью. Двигаемся дальше, тем временем Навара по-прежнему ловит глюки, она пришла снова куда-то на поля леса тополя, и там у нее продолжаются всякие голоса, и она видит вдалеке. Я вначале подумал, что это Трэвис, ну, чем-то похож, он такой тоже танцует что-то, бежит, он то ли с гитарой, то ли с сумкой какой-то. Я приблизил, блин, но, конечно, качество хрен поймешь, кто там и что там, но она по-прежнему ловит глюки. И она подскальзывается, ловит башка удар, и вот вроде она как бы очнулась, по-моему, в Афгане. Очень похоже эта локация на то, что мы видели в первой серии. Перевернутый грузовик военный. Скорее всего, это вот Афган. И она видит вдруг руку ребенка, который держит медвежоночка. Явно это тот самый сын Денверс. Он говорит, передавай маме привет, короче, у меня все нормально, мы тут тусим в Афгане. Опять же, что здесь происходит? Ну, явно здесь есть что-то, скорее всего, созданное этими учеными или этой шахтой, из-за чего люди еще на фоне полярной ночи ловят жестокие глюки. Кто-то послабее, как Навара, кто-то посильнее, как этот вот Кларк и ученые вместе. Ну, потому что по-другому это объяснить я никак не могу, кроме того, что да, здесь действительно работают какие-то тайные силы, мистические.
Тогда что мы здесь с вами делаем, я не знаю. Это тогда не детектив, вообще ни разу. Навара звонят, говорят, что сестра, у нее проблема, она ее находит рядом с какой-то лодкой перевернутой. Они говорят, что все будет у нас нормально. Та говорит, что я там вижу маму, я не хочу быть как мама, но мне тяжело, бла-бла-бла. И у этого тоже семейный трабл, он приходит поздно ночью, но будет свою жену, просыпается сын, в общем, тяжело ему, они там обсуждают работу, я там полицейский, я хочу стать медсестрой, в общем, тяжело им. Сильно на этом зацикливаться не будем, но им еще тяжелее, потому что полчетвертого ночи Денверс по-прежнему пишет ему смс-ки, типа, ты нашел уже Оливера Тагака или нет? Она не понимает, что все-таки, несмотря на то, что да, дело и все такое, но спать тоже нужно, иначе мозг не работает. Я вот этот вот ролик снимаю с утра, и знаете, сколько было неудачных дублей, пока я только начал говорить нормально? Ужас, как мозг вообще отказывался вспоминать слова на русском языке. Тем временем мы двигаемся дальше, уже шестой день, и это хороший момент, потому что когда нам показали эту сцену, моя первая реакция была, как шестой день? Мы все время видим одну и ту же ночь, и потом, так вот оно что. Это хорошо, что это показывает, это действительно дает возможность, находясь дома, в комфорте своего дивана, ощущать немножечко, хотя бы немножечко то, что ощущают люди, находящиеся в такой локации. Тем временем траур, мы видим ту самую, по-моему, это она, та самая уборщица, которую я немножечко подозреваю, и на траур приходит Денверс, как раз потому что дочь ей сказала, что там умер еще один владелец, и она приходит, чтобы хоть как-то посочувствовать. И открывает воду, и мы видим, что эта вода, ну да, выглядит она не очень хорошо, она прям серая. И это еще, наверное, хуже, чем черная даже. Я не знаю почему, но она выглядит просто грязной. Естественно, с этой воды чайку не сделаешь. Тем временем ветеринар приходит и смотрит на эти жертвы и дает свое заключение. Он дает заключение в том, что эти ребятки все умерли до того, как они замерзли. Потому что он видел не раз и не два, как умирают животные на холоде. Это очень спокойная смерть. Ты замедляешься, ты перестаешь двигаться, сворачиваешься калачиком и все, тебя нет. А в такой позе замерзнуть невозможно. Поэтому они вначале умерли от ужаса, какого-то сумасшедшего ужаса, а потом уже замерзли на льду. Но они умерли, и как они умерли и замерзли, если они все в таких вот позах, они типа умерли вот так вот, типа, а потом стояли замерзли, ну, что-то тут не сходится тоже в этой ситуации. Тем временем Навара нашла все-таки Оливера Тагака, потому что сработало радио Нила Дракмана, и они приходят к Оливеру Тагаку, а тот не говорит никак, и да, он не хочет идти на контакт, потому что они находятся на территории, опять же, вот этих коренных, он говорит, вон из моего дома, после того, как ему рассказывают о том, что они все умерли, че он так психует, че его так триггернуло, мы узнаем далее, я надеюсь. Далее, наши герои приходят в больницу проверить лун. Тот что-то там орет, она проснулась, и видно, что он вроде бы как бы не совсем с нами. Ну еще бы, ему ампутировали руку, ему ампутировали две ноги, и он, судя по всему, находится еще в том состоянии ужаса вот этого бешеного. И, в общем-то, она проснулась, кто проснулась? Обе полицейские вспоминают о том, что за несколько последних дней они тоже ловили какие-то глюки с проснувшейся, им говорили, типа, она проснулась. И он рассказывает об этом еще раз, говорит, что, в общем, все хреново, вы все умрете и так далее. После чего опять у нас драка. Заметили, в этом сериале очень часто драка отвлекает кого-либо от нужных моментов. Снова драка, может быть, действительно здесь радиоволны, радиопомехи, которые влияют на человеческий мозг и заставляют тех еще периодически кидаться друг на друга. Ну а тем временем у нас фильм ужасов, потому что Лун действительно прям вот ракурс камеры, то, как он подымался, ну это прям действительно кошмарик какой-то, после чего он говорит... именно Наварро, что «твоя мать ждет тебя, она передает тебе привет», это прям действительно какой-то изгоняющий дьявола. Но опять же, мне все-таки кажется, что это глюки, которые ловит именно Наварро в данной ситуации. Это тот же самый апельсин, это тот же самый, я не знаю, она проснулась, а на самом деле Лун просто лежит и все, без всяких «мать твоя мама передавала привет». Просто словила глюки, после чего, опять же, Лун продолжил кричать. Он вроде бы и не прекращал, как мне кажется. И все, отдал коньки. Не как Хэнк отдал сыну коньки, а
действительно отдал коньки. Приходит Пит, и он все-таки действительно взломал телефон Энн. Они смотрят видео, в котором видно последние моменты жизни Энн. И она находится в какой-то ледяной пещере. В той самой пещере, которую мы видели в заставке. Далее мы видим, как ее что-то там поймало, схватило и убило. И вот как раз тот самый ракурс, который тоже виден в заставке, где вот, я не знаю, что это то ли растение, то ли каракатица какая-то лежит сверху льдины. И ее можно увидеть сквозь ее. Что там произошло и почему Хэнк ее убил? Ну, я шучу, конечно, я просто буду очень доволен, если это действительно Хэнк, потому что, ну, он должен сидеть в тюрьме. Хэштег Хэнк должен сидеть в тюрьме. Ну, в общем, они понимают, что смерть у нее была очень неприятная, но, опять же, за что-либо зацепиться, я прям реально пошел, прошелся кадр по этому моменту, что-то там я не смог поймать, даже там руки чьей-то или еще что-то в этом роде. Вот такая вот получилась серия. И как я уже сказал, мне кажется, что здесь все основано на каких-то хардкор глюках. Скорее всего, в этой пещере Энн нашла какие-то отходы, например, которые прячет шахта или прячет научный центр. Из-за этих отходов и проблемы с водой, и проблемы с мозгами, и проблемы вообще с рождаемостью детей, ну вот все проблемы, которые были озвучены на протяжении первых трех серий. Скорее всего, они находятся именно там. Как в тьме, помните, там была пещера, куда скидывали все отходы? И скорее всего, ее кто-то за это убил. Может быть, я ошибаюсь, но это пока что то, что приходит мне на ум. Я не верю в мистику, я не верю в то, что здесь у нас будет магия каких-то местных эскимо, или что-то в этом роде. Я думаю, что это глюки на почве отходов, на почве экологической катастрофы, происходящей в этом месте, плюс полярная ночь, которая не очень хорошо влияет на неподготовленный человеческий мозг. Да, далеко не со всеми, мне писали в комментах, я живу все нормально. Да, понятное дело, это как практически с любым каким-либо фактором, который влияет на человеческое здоровье. Каждый воспринимает его по-разному. Но это то, что, как мне кажется, здесь происходит. Надеюсь, вам понравился этот обзор, надеюсь, что четвертая серия приблизит нас действительно уже каким-то разгадкам или даст каких-то более явных улик. Ну или хотя бы даст мне развлечься и найти какую-то сцену, которую можно по кадрам разобрать и поймать интересные детальки. Спасибо большое, что досмотрели. Вы знаете, как поддержать этот ролик. Если хотите поучаствовать в моем проекте «Пишем вместе», если вам нравится писать интересные истории, вы хотели бы это делать с другими людьми, прямо сейчас у нас на сайте акция. Каждый зарегистрировавшийся получает 200 монет бесплатно. Переходите по ссылке в прикрепленном комментарии. Играйте, получайте удовольствие. Ну и пишите мне, что вам понравилось, что не понравилось. Огромнейшее спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и на Патреоне. Ваши донаты, ваша финансовая поддержка делает этот канал возможным. Благодаря вам он существует и продолжает развиваться. Ну и как всегда, всех люблю, всех целую, да сияет вас свет. Не забывайте, фэнтези — это круто.